Три человека сегодня пострадали в результате столкновения фуры и трех иномарок. Toyota Land Cruiser, Renault Duster и Kia Rio на 871-м километре трассы М7 в Пестричинском районе. По предварительным данным, Toyota выехала на встречную полосу, где и столкнулась с грузовиком. После иномарка врезалась в Renault и затем в Kia. Серьезно пострадали три человека, находившиеся в корейском автомобиле. Это 20-летний водитель и двое его пассажиров. Все жители Мензелинского района Татарстана. Их срочно госпитализировали.